Скажу так, за Манасу идти в соло, это довольно рискованно. Лучше брать Барбариана. Его же так зовут? Варвара, короче. И этого. С эксолутными приколами. Ну или еще кого-либо. Ванессу довольно опасно. По той причине, то, что если на меня кто-то поет, не будет трудно его отдефать. Хотя, с другой стороны, если у меня будут лук и стрелы, я его легко скину. Но на них надо еще накопить. Я могу заспаниться, и тот самый Рашер, который обижен на весь мир, побежит на меня и построится вверх. Вот. Так что... Да. Сейчас главное, чтобы никто не пошел мне раньше, я не ненавижу таких людей. Ой, еще карта вот эта, ё-моё, тут будет трудно жить вообще. Ну что это означает унихер? А, я могу типа домой вернуться? Чего? Чего? Это типа идите нахер? У меня сейчас один вопрос. Он обиженный мир? Что произошло? Я заспанился. Во-первых, суперспособность для меня выбрали. Это первое. Второе, я заспанился. Чел стоит на моей базе, по-моему, даже не простроившись. И просто ломает мне кровать и убивает меня. Какого хера? Почему? Почему я заспавнился, и мне сразу ломают кровать и меня убивают? Игра. Ты тупая? Да, те люди, которые поставили лайк на Бадварс, конечно, я их соболезную. Во всех смыслах. Ладно, дубль 2. Надеюсь, игра не обрестается. Так, давай. Что это? Ты хилишься на 50% больше. Что-то ресурсы. Ладно, меня ресурсы заинтересовали. Ты убиваешь кого-то и тебе дают шанс на гарантированный ресурс. Типа тебе может выпасть, допустим, его меч, броня, так что ли? Ладно. Какого хера, собственно? Ты можешь мне ответить, типа... Это, типа, называется игра понос или что? Чё за дрестишь, фантастишь, я не понял. Ладно, я явно недоволен. Я не буду в это дерьмо играть, у меня на этой груди злак стоит, то есть мне уже, ну, ничего не надо. Вот, в принципе, я предполагал то, что это все так и закончится, а именно тем, что это игра дерьмо. Я просто хотел в этом убедиться, типа, я иногда забываю, насколько же это игра дерьмо. И вот сейчас я зашел, поиграл и вспомнил, теперь реально забыл, надо было вспомнить. Я вспомнил.
Это типа лучше бы я не вспоминал, наверное. Я хочу сейчас поиграть в эту игру. Меня что в этой игре бесит? Вот я построил охеренный дом. Но меня бесит, что он медленный. Я сейчас попробую прям приделать до хера турбин. Вот, то есть, ну, по бокам будет с турбинами. Вот. И посмотрю, насколько сильно его это ускорит. То есть, ну, я, наверное, все турбины просто-напросто потрачу. Вот. По сторонам я там поставлю, он же будет еще это поворачиваться там, да? И вот когда он будет на нужной стороне, я буду ее активировать. Я правда хочу, чтобы мой вот этот корабль, он плыл быстрее. Но есть другая проблема. Это то, что мне надо будет ходить, нажимать на все эти турбины. Немного я, наверное, заклипаюсь. Ну ладно. Типа другие корабли. Вот мне нравится, что у меня тут есть. Двухэтажка. Слушай, не помню, что это надо загрузить. Ничего себе, это что? А, это вот это, ну... Ну, это прикольно, конечно. Но, не, я не хочу это сейчас. Я могу это в теории достроить. Но, не знаю. Но, не знаю. Давай лучше построю свой дом на плаву. Легендарный. И надо... Сейчас... У меня турбин, по-моему, штук 40. Ну, ему, конечно, меньше. Ладно, сейчас посмотрим. А, реально 40. Отлично. Сейчас я их там поставлю. И попробую максимально ускорить мой корабль. Я хочу, чтобы он, ну, вот, чисто пуля. Вот. О, я белый! Идеально! Идеально! Я, типа, знаешь, что думал? Я думал, что мой вот корабль, получается, поплывет. И только когда он так вот повернет, придется использовать турбину. А я могу сразу их взять. Кайф. Вот, я буду их, наверное, ставить опять же где-то в районе вот тут. Ну да, просто надрестаю. Вот. И кайф. Посмотрим, насколько сильно мой корабль ускорится. Надо будет показать, как он достроится, а то... Проблема, ну ладно. Кстати, ну, если смотреть разбор, у меня, наверное, тут только вверх. Ну, типа, вот там, да. Вот. Что тут стекла, а вот тут вот как раз стекол сзади особо нет. И я могу в теории поубирать вот так вот. Убрать эту стену, вот так вот расширить куда-нибудь. Конечно, хотелось бы после этого поставить опоры. Но тут окна. Я просто не хочу, чтобы окна что-либо загораживало, реально. Не хочу такого. Тут будут стоять турбины. Теперь я их покажу и сразу, наверное, все активирую. Посмотрю, насколько сильно он ускорится. Но мне с местным повезло, конечно. Потому что реально он плывет до конца минут 30, но это же эти все. Так жить нельзя. Еще когда я в последний раз вот это использовал, он что-то не работал, не поворачивал, я не знаю почему, ну ладно. Давай уже загружайся. Да не, я один буду. Давай, пупсик. Скоро там уже. Да, вот-вот уже давно закончится.
Ставятся только маленькие детали. Можно уже, я думаю, ставить, то есть вот так вот. Вот прям вдруг другие максимально плотно. Сейчас протестим его скорость. Ну, надеюсь, хотя бы чуть-чуть-то ускорится. Сколько у меня осталось? 26. Может, не знаю, сейчас сюда. Так, вот тут понаставить. Оно же должно в теории ускорить, да? Я бы хотел, чтобы после использования оно пропадало, чтобы не мешало. Ну ладно, поставим еще сюда, наверное. И вот сюда тогда. Ладно, все, посмотрим. Как это будет работать. Надеюсь, нормально. Выглядит даже прикольно. Так. Садимся. Отчалить. И давай, полетели. Так, он немного в сторону. Тихо-тихо-тихо, контролируем. Нормально, нормально. Полет нормальный. Тихо-тихо-тихо, его разворачивает. Нет! Нет, я этого боялся. Так, но его явно ускорило, причем сильно. Все. Покрутился, повертелся немного, но в целом нормально. Он задом развернулся. Блин. Теперь. А, как он замедлился. Но это не хор... это довольно неплохой буст. Кстати, я думаю, даже хорошо, что он так повернулся. Сейчас это все не нужно уничтожиться. Ну, наверное. Вот. Ну, вот эти, конечно, я не использовал, но их я не буду. Они меня наоборот сейчас топить будут. Неплохо пробустило, но они быстро закончились. Это факт. Это плохо. Да. Ладно. Прикольно, прикольно, конечно, ускорились. Ой-ой-ой. Что-то я тут нормально теперь ходить не могу, ну ладно. Но я думаю, неплохо.
Не, он же не поедет, нету мотора. Ничего, что с ним происходит?
Короче, с помощью этих турбин я реально стал намного быстрее, то есть вот это все проходить. И, короче, у меня в планах оставить эти турбины, поставить как-то прям, ну что ли, нормально более или менее. И я по ним могу взять невидимыми. Правда, тогда я хрен пойму, где какие турбины, но я могу попробовать угадать там. Ну или просто по памяти вот кликать там. Самое, конечно, стрёмное вначале их использовать и бояться то, что у тебя этот корабль, ну, вот так вот начнет крутиться и какой-нибудь остров заедет, то есть надо как-то контролировать. Ну, в принципе, можно. В идеале вообще сделать механизм, чтобы нажимаешь на рычаг и все сразу используется. Блин, что-то еще как-то медленно начал плыть, мне это не нравится. Мы вообще почти не плывем. Я не знаю, почему говорю мы. Ладно, мы снова стали медленно плыть, это плохо. Мне показалось, или я мог снова их использовать? Ну, только некоторых часть. То есть те, которые, походу, тогда не использовал.